Ну, всем спасибо, Санта, за лайки. Все-таки красиво. Вообще непривычно. Не, у меня, конечно, до сих пор твоя фотография висит, вот это, типа, вот тут. Но не так непривычно. Вообще. Тебя не фотку. Хорошо, но проблем. Ой, идеально, спасибо большое. Я только за. Спасибо большое. Спасибо большое за розы. Спасибочки. Hello, no pun in the bed. Hello, for you. Дико 5 месяцев дали. Я даже не думала, в месяц дадут когда-нибудь вообще. Мне щит дали, кстати. Ну да, если попущу эфир какой-нибудь, то да. Да, я сама удивилась по этому поводу. Потому что у меня щита ни разу не было, никогда. Нет, у меня не было ни разу, считаю. Просто помню, мы с Олей разговаривали. Идеально, спасибо большое. Мы с Олей как-то разговаривали насчет счетов. Это вот у меня ни разу не было. Я потом начала наблюдать, у меня ни разу не было. Вот даже я смотрела с мая месяца, у меня ни разу счета не было. Ну, ни разу не было. Ну, не давали его. А туда. Вот такая. Тёма, привет. Да, вот я почему удивилась этому. Ой, что, ой. Че, мне не нравится твоя фотка. Я замечательна. Ну... Я перешла с одним фрагментом.
И главное, получилось 4. Настя, на высокое солнце ты зайдешь. Где обратно нет фотографий? Я тебя поняла, солнце. Это то, что написала мне из-за этого? Настя, Сон, ты знаешь, что ты не выдержишь, если будет так продолжаться? Ты будешь ли ко мне сваливать, или просто будешь уходить, или будешь без настроения? Я тебя поняла. Хотя бы так, знаешь. Надеюсь, скоро. Потому что я нервы не стальные. Илья, спасибо за лайки. Да, понимаю, солнце, понимаю. Я поняла, потом это написала мне. Сначала офигела для начала, а потом поняла. Потому что похожее было. Я вообще не понимаю, зачем ты проснулась, во-первых, в 10 утра, а во-вторых, я не знаю вообще. И как бы... Да, можно было войти в положение, что тебе сидит ночь. И хотя бы дать поспать. Ой, не знаю, как ты бы тепло еще не наорала. Не знаю. Найти никто не в положении. Да. И она вообще ноль внимания? Иди, блин, кто в положении? Да никто у нас не в положении, слава богу. И ноль реакции было? А нельзя было пойти на кухню, например, тихо разговаривать, тише намного? Дай мне бог так ответили. Еще и сестра леща получила бы. Я бы с ума сошла. Бля, романтика. А-а-а. Да блин, но... Мама же могла сказать хотя бы на 2 тона тише, хотя бы так. Хотя я тебя понимаю прекрасно иногда, честно.
только когда вдвоем. Когда один, нормально, более-менее. Да? Ой, Ди вернулся. Ну, потому что понимает, что будут жаловаться. А тут кто пожалуется и куда?